По поручению президента Азербайджана Ильхам Алиева в азербайджанской армии продолжаются работы, направленные на улучшение социально-бытовых условий военнослужащих. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял участие в открытии новых сооружений модульного типа, а также капитально отремонтированных пунктов размещения и других объектов военного назначения в освобожденных районах. Комплексы, оснащенные современным оборудованием, мебелью и инвентарем, полностью обеспечивают все необходимые потребности военнослужащих. В этих воинских частях, оснащенных системой центрального отопления, предусмотрены оружейные комнаты, казармы, столовые, медпункты, продовольственные и вещевые склады и банно-санитарные узлы. В целях обеспечения местности бесперебойным электроснабжением установлены генераторы. Также были проведены работы по благоустройству и посажены деревья. Созданы необходимые условия для эффективного проведения досуга. Сданы в эксплуатацию хлебопекарный цех, обеспечивающий горячим хлебом воинские части, а также кухни и столовые. Министр обороны Закир Гасанов ознакомился с инфраструктурой полигона, построенного для выполнения учебно-тренировочных задач, а затем был проинформирован о том, что в целях дальнейшего повышения профессионализма военнослужащих квалифицированными инструкторами на полигоне будут проводиться учебные тренировки, полностью адаптированные к условиям боя и отвечающие требованиям рельефа местности. Строительство населенных пунктов и административных зданий планируется завершить в кратчайшие сроки и сдать в эксплуатацию военнослужащим. Министр обороны дал соответствующие указания в связи с качественным выполнением и своевременным завершением строительных работ.